Вот. А сейчас песня, которая, ну, осень. Ходишь по трупам листьев. Люди летом умирают. К сожалению, вот Нина Трескина, которой мы делали концерт помощи в августе, ушла от нас. Недавно узнал, что не знаю, где Тюнникова есть. В общем, в «Форпосте» играла группа «Девятый мир». Вот ее лидер Александр Иванов тоже умер от онкологии. Сейчас в группе напишем, тут сообщили. Вот, ну, там выложим записи, есть музыка осталась. В общем, но на самом деле это, ну, грусть, ну, все проходит, на самом деле. Вот, как мы замечаем, 15 лет в группе «Недра», 20 лет там, деятельности, все очень быстро летит. И все оказывается точно так, как написано, хотя раньше казалось, что, может быть, это не так. Вот, но есть другая сторона, и об этом песня, потому что осенью она лучше видна, другая сторона. Теплый и чего не попросим во имя любви, подарует нам сотворившие миры. То солнце, то слякоть, то слезы, то смех, увы, не хватает счастья на всех. Мелькает в туне суеты карусель, а мы смотрим в небо, мы видим на дне. Смотри, бишь, там выше крыш, тепло сидишь, глядишься лишь. Не Лондон там и не Берлин, ни Рим и не Париж. Тут твоя Америка, а ты Париж. Прощай, Россия, там вечная она. Очами умными, сердечными видна. Полетный простор, поле быть, свежий пестрый ковер, апокрифы лета лежат на земле, шуршащие перечи в лисьей листве. А утки со свистом летят над рекой, над лесом с янтарной прозрачной листвой, над радугой аркой, он отцветно крутой, туда, где, наверное, светлый поклон. Смотри, бишь, там выше крыш, тепло тетишь, глядишься лишь. Не Лондон там и не Берлин, ни Рим и не Париж. Губай Америка, а ты Париж. Прощай, Россия, там вечная она. Очами умными, сердечными видна. Пожалуй, заключение споем.